нас есть определенный тайминг, поэтому будем стараться очень быстро. Как известно, каменный век закончился не потому, что закончились камни. И углеводородная энергетика, она тоже закончится. Не потому, что на планете Земля закончится нефть, газ, уголь. Потому что научно-технический прогресс остановить нельзя, и будущее всегда побеждает прошлое. Но когда с точки зрения современной Украины в энергобалансе возобновляемые источники составляют 1-2-3%, то есть на уровне статистической погрешности, то проблем нет. А если мы говорим про большую долю, 20, 30, 50, ну, в перспективе 100, то возникают вопросы. Потому что украинская энергосистема, которая ее принципы построения с этим там плана Гойл-Ру и так далее, она другая. Она управляется по-другому, она функционирует по-другому. И есть определенное технологическое противоречие между стахастической природой возобновляемых источников и потребностями, скажем, народного хозяйства Украины. Поэтому есть целый ряд задач, которые должны решаться не только на законодательном уровне. Это не только законы, это не только регулирование, деньги, кто кому платит. Это целый, это комплексы мероприятий, которые стоят денег и времени, где целый ряд госмонополий должны провести, для того, чтобы идти в ногу со временем. Это большой комплекс мероприятий на уровне государства. Не могут частные инвесторы, девелоперы и так далее сделать мечту реальностью. Для этого мы объединяемся под платформой РСРУ. Для этого, значит, мы берем все сопричастные, значит, ассоциации, но сидящие за этим столом — это не исчерпывающий список, потому что речь идет о создании совершенно новой экосистемы. Экосистема начинается у потребителя, поэтому здесь за столом нет ассоциации потребителей, и заканчивается у производителей оборудования и сервисов для функционирования этой отрасли, как замкнутого цикла. Вот об этом мы говорим, о построении новой энергетики с начала до конца, которая этой стране даст будущее. До свидания.